Здравствуйте, уважаемые коллеги. В настоящий момент у нас существует проблема электроснабжения конечных потребителей подключенным к бесхозяйственным сетям, то есть необслуживаемым и никому не нужным. Это происходит по причине естественного износа оборудования на данных сетях и отсутствия обслуживания. Как следствие, мы получаем высокий уровень потерь в этих сетях, и мы с вами, каждый из нас, платит за этих потребителей из своего кармана. Я предлагаю инвестировать в модернизацию, в обслуживание, возможно, в установление более энергоэффективного оборудования на данном типе сетей, за счет чего мы получим снижение конечного тарифа для конечного потребителя. Также затраты бывают от аварийных вызовов и так далее при выходе из строя данных подстанций. Можно сравнить это с эффектом капающего крана, старого капающего крана. То есть вода из него, утекая, может принести до 5-10 кубометров убытков своему хозяину. Если же мы поменяем всего лишь прокладку в данном кране, мы уже будем нести нулевые затраты на его обслуживание. Либо же вообще модернизируем и поставим какой-нибудь кран там современный, который потребляет в 2 раза меньше воды за счет дисперсии воздуха с водой. 10 секунд. Спасибо за внимание. Надо было мне раньше сказать. Спасибо вам большое за лаконичность. Это была команда «Экотех».